В весенний и летний период полицейские все чаще регистрируют заявления о краже велосипедов. Одно из таких заявлений поступило в правоохранительные органы 20 апреля. Из подъезда дома на улице Курчатова пропал велосипед. Установлено, что потерпевший оставил велосипед на первом этаже подъезда своего дома непристегнутым. Кроме заявителя, никто из жильцов дома на первом этаже велосипед свой не оставляет. И в подъезде установлены камеры, но потерпевший не помнит период, в какой пропал велосипед. Поэтому сотрудники полиции посмотрели один период по камерам, ничего не установили. И в настоящее время по данному факту проводится проверка. Пропажу имущества обнаружил и владелец гаража. С 10 по 17 апреля неизвестные проникли в гараж на улице Западной и похитили мойку высокого давления, деревообрабатывающий станок, две швейные машинки. В общей сложности визит злоумышленников обошелся потерпевшей 83 тысячи рублей. Еще одна кража произошла на городском кладбище. Там украли тротуарную плитку. Плиткой была вымощена одна из могил кладбища. Родственники захоронения были на могиле в августе 2021 года. Все было на месте. А в апреле 2022 года, когда снова посетили захоронение, увидели пропажу. На соседней могиле выложена такая же плитка. И в настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление родственников соседней могилы для дачи объяснений и всех обстоятельств произошедшего. На минувшей неделе сотрудники ГАИ зафиксировали 3 ДТП с пострадавшими. В двух пострадали пешеходы. 19 апреля водитель «Шевроле Нива» сбил в жилой зоне несовершеннолетнего. 14-летняя девочка шла по проезжей части и в результате столкновения получила перелом бедра. А 22 апреля водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. И третье ДТП также произошло 22 апреля в 15:50 на железнодорожной 14. Водитель, управляя автомашиной «Лада Веста», при перестроении не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2115, движущегося попутно без изменения направления движения, в результате чего автомашина ВАЗ-2115 совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-2121 и автомашиной «Тойота». В результате столкновения машина «ВАЗ» перевернулась. Ее водитель получил телесные повреждения, ссадины теменной области и правой кисти. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».